Ну что же, приготовьтесь, такого количества безграничной человеческой тупости, как в этом ролике, вы больше нигде и никогда не увидите. Поехали! Зачем работнику, сносящему сосульки с крыши, думать о том, что находится и происходит внизу? Ну действительно. Компания молодых людей обнаружила, что на месте, где они привыкли ставить машину, коммунальщики выставили сколоченный из дерева турникет. Водитель попросил товарища убрать нафиг эту штуку, не приняв во внимание, что предупредительное ограждение просто так никто не ставит. А ведь парню всего лишь надо было немного включить мозг и избежал бы сильной травмы. Но хотя бы жив остался, и то хорошо. Довольно жуткий случай. Мужчина решил покататься на снегоходе, держась за него сзади, совершенно не подумав о том, что его ноги касаются гусеницы. К счастью, снегоход вовремя остановился, и мужчина не получил серьезных травм. А ведь мог очень легко погибнуть из-за своей глупости. А тут пожарный едва не стал номинантом на премию Дарвина, а просто подошел и взял рукой электрический провод под напряжением. Ну а почему бы и нет? К счастью, его быстро отпустило. Ну а это видео я даже не знаю, как комментировать. Это под какими наркотиками надо быть, чтобы пойти на такой риск? И ладно, если бы водитель один сидел в автобусе, но нет, машина была забита людьми. Это видео было снято на острове Саваи, входящем в состав независимого государства Самоа. Знали бы вы, сколько дураков пострадало из-за челленджа по необычному поглощению кукурузы. Некоторые люди лишились передних зубов, а этой девушке вырвало волосы. Далее у нас идет подборка пациентов с оружием, которые, не читая правил техники безопасности при обращении с опасным для жизни предметом, начинают им всячески пользоваться. Хотя о чем говорить, если даже порой спецназ не знает, как правильно обращаться с оружием? Не бойтесь, мужчина остался цел и невредим, его не задело. Похожее видео я уже показывал в одном из прошлых роликов. У парня заклинило ружье, и он, конечно же, решил посмотреть, в чем дело, заглянув прямо в заряженное дуло. Повезло. А вот как надо правильно делать сальто. Спортсмен решил выпить немного крышки. А вот видеоинструкция, как за секунду вогнать себя в долги. Обратите внимание, чтобы поймать эти ящики, он оттолкнул вот эти на всю кучу. Похожих роликов на Ютубе немало. Зачем смотреть по сторонам или под ноги, когда можно смотреть только в смартфон? Сила есть, ума не надо. А тут шлем есть, ума не надо. И о чем он только думал? Еще одна девчонка решила покататься. Зимой в гололед девушка решила обуть обувь на каблуках. Поход до магазина за хлебом сразу стал в разы интереснее. Хорошо, хоть прохожих не было, и никто не увидел этот стыд. Ну как удержаться от перепрыгивания через такой манящий огонь? Что движет людьми, которые пробуют холодный металлический столб на вкус? Oh no.
Стас. Я за водой, пацаны. А ты можешь, короче, в интернет, короче. На этом все. Как обычно, если наберем много лайков, то я выпущу аналогичное видео. Также не забудьте подписаться на канал и посмотрите два предыдущих ролика.